Что ты делаешь? Я смотрю на звезды. Иди в дом, холодно. Нет, я хочу кое-что показать. Видишь? Золотая звезда. Это туманность вокруг умирающей звезды. Поэтому такой эффект. Майя называли это Шибальба. Шибальба? Потусторонний мир. Место, где возрождаются души умерших. Что? О чем ты говоришь? О моей книге. Я пишу об этом. Разве все происходит не в Испании? Начинается. Испания пала так низко. Здесь процветает враг, высасывая из нее все соки. Не жалей Испанию. Это темные времена. Но все тени рано или поздно погибают от утреннего света. Твоя преданность требует защитить Испанию любой ценой. Где твоя обувь? Я давно не чувствую ни жар, ни холод. Почему же ты молчал? Просто я чувствую что-то другое. Все будет хорошо. Я умираю. Нет, ты не умрешь. Дьявол бесчинствует в моем королевстве. Я загнана в угол. Он хочет меня уничтожить, нанеся мне смертельный удар. Спасение находится в джунглях Новой Испании. Там растет особое дерево. Что тот, кто его сок выпьет, будет жить вечно.